Асимметрия плохо приживается в наших широтах. У нас принято испокон веков, чтобы справа и слева было одинаково. А когда не одинаково, у вас очень другая. И даже скажешь, что тут тебе так, карманы неаккуратно пришиты, почему у тебя одна пуговица больше, другая меньше, у тебя волосы неаккуратно лежат. Мы выросли на образе, ну это мое личное мнение, иконостаса. А там все очень симметрично. Право, лево, центр. Мы так живем всегда. Поэтому асимметрия для нас это как бы рыбья кость в горле. Мы не знаем, как прийти к ней и что это значит. Очень многие модели сегодняшнего дня решены с асимметричными вещами. Ну, начиная с верхней модели, голубой в центре, или решение совершенно асимметричные по ткани. Например, красный верх, золотой низ и так далее. Сочетание несочетаемого в контакте с драпировками различного рода крупными формами – новинки этого времени. Также хочу вам рассказать о тренде, который сейчас очень важен, но в наших широтах плохо приживается. Это велосипедки. Велосипедки хороши, когда у вас узкие бедра и когда велосипед под вами не ломается. И, конечно, представление о красоте у нашего у нас сделано таким образом, что женщины, ну, не хотят заявить о всех своих прелестях прямо на главной улице города. У нас принято, что это все, ну, чуть потом, не в первую минуту. Но тренд таков. Велосипедки под шортами, велосипедки под мини-юбками, велосипедки под всем, приблизительно как ленится дамы шампанским. Например, говорит, куда идите сюда, скажите. Она не захотела. Вот, посмотрите. Как вас зовут? Вот Кристина, заядлая модница города Воронежа, как раз вот такого рода штанишки приобрела. Пользуйтесь успехом в них. Спасибо, присаживайтесь. Вот она не знала, что пользуется. Может быть, если у вас такая же хорошая